Приветствую, друзья. Я продолжаю рассказывать историю о больших переменах в моей жизни. Новое рабочее место, новые изделия и технологии. Если вы еще не видели предысторию, то подсказочка вот. Ну а я, в свою очередь, действую дальше. На очереди нанесение покрытий. Пока заготовки разогревались, я подготовил краскопульт, которым буду наносить грунтовку. Под каждый состав они у нас, кстати, разные. Признаться честно, это одно из немногочисленных рабочих мест, где мне действительно интересно. Ведь все, что я здесь делаю, напрямую связано с моим хобби. Прости, господи. Я отношусь к этому месту как к лаборатории. Здесь я могу попробовать разные составы и покрытия. Могу регулировать их консистенцию и по итогу смотреть, как все выглядит. В общем и целом, это все очень увлекательно и полезно. Ведь все эти знания и опыт я могу применить в создании нечто своего. Так-то. В данный момент я занимаюсь партией маленьких поношек. Каждую из них я покрываю сразу в два слоя. Я все покрываю в два слоя, для надежности. На сушку времени не жалеем. Как правило, оставляем прямо на ночь. Одна из позиций, которую создают местные мастера, называется шкатулка. Встречается довольно широкое разнообразие форм. Но конкретно сейчас мы смотрим на результат мастер-классов, которые рисовали детишки. Это разительно отличается от того, что выходит из-под руки настоящих мастеров. Рядом с фабрикой находится музей той самой миниатюрной живописи, в которой в данный момент проходит персональная выставка одного из художников. Рогатова Дмитрия Викторовича, члена Союза художников с творческим путем длиною в 50 лет, плюс-минус. Это на самом деле довольно сложно высчитать. Царь леса. За это время он успел поработать в самых разных техниках, начиная от холстов, заканчивая теми самыми шкатулками. Вообще миниатюру очень сложно передать через экран. Ее желательно, конечно, глазками, глазками вживую. Впечатления разительно отличаются, ну, само собой. Дмитрий Ростовский, это кто? Который старец сидит? Да, старец сидит. Вот он пригласил к себе этого писаря. Вот. И всю ночь он записывал свои вот эти вот воспоминания. А утром умер. Это все нужно разглядывать. Все эти мелкие детальки. В такой момент смысл посещения выставок вживую становится более явным. Я все пытаюсь это как-то подснять, но все тщетно. Это разве его? Да. Четвертый. В музее на постоянной экспозиции представлены работы мастеров разных времен, в том числе и учителей Дмитрия Викторовича. Вашингтон. Политику раньше много писали. Хрущев. Прикольно. Номер 6 мне нравится. Такой. Вообще история у промысла богатая. Не буду углубляться, здесь вам не урок истории. Одно могу сказать точно. Расцвет промысла уже давно позади. В нем есть свои громкие имена. Широко известные в узких кругах, я бы так выразился. Для них фабрика и была построена. Теперь я здесь лакировщик. Один из немногих. Молодые люди не особо стремятся идти работать сюда. Зарплата здесь по нынешним меркам скромная, скажем так. Но для меня это вообще не важно. Я вижу здесь целый клондайк знаний. Возможность научиться делать свои изделия так, чтобы по качеству они не уступали даже самым лучшим образцам фидоскинских сокровищ. Речь идет исключительно о формах. Про письмо я даже не заикаюсь. Это вообще другая планета. Я говорю об алгоритме действий, после которого заготовку можно рассматривать как нечто серьезное, не просто зашлифованное болванкой. В каких-то моментах приходится импровизировать, ведь бывшие работники покинули это место вместе с некоторыми подробностями в производстве, которые мне желательно было бы знать. Но ничего, думаю, все наладится. Ведь, как говорится, свято место пусто не бывает. Что, упоролись? Если хитрому роботу пишет.
Эту локацию хочется изучать. Есть в этих стенках что-то сакральное. Весь этот постсоветский антураж притягивает не только меня. Мой друг и по совместительству фотограф Михаил Слонинкин очень здорово передал тот дух и атмосферу, которая царит здесь. В серии фотографий, которые вы можете посмотреть в его телеграме. Ссылочку я, как всегда, оставлю в описании. Обязательно зацените. По-моему, получилось круто. Помните, эту историю я начинал с рамы. И закончили мы тем, что за сделанный ремонт ему с ребятами разрешили обзавестись в аренду одним из здешних помещений. Так вот, отправляемся туда. Шпаклевка. Да. Ну вот еще должна вот трубы вот эти все вести, оставить одну нам вот, трубу такую. И что здесь будет, Рамыч? Типа, какие у тебя мечты на это помещение? Что ты хочешь здесь видеть? У меня мечты. Это помещение у нас пока как минимум на год бесплатно. Угу. Здесь, в принципе, тепло, есть туалет, вода. Твой кабинет. Да, вон мой кабинет, кстати, напротив. Соседи будем. Ну, что-то вроде так же будет, как барную стойку сюда втащить. Угу. Сюда этот самый. Либо откидные столы, диван большой, либо сюда диван. Вот, можно будет тусить, играть. В настолке, правда, я не играю. Научим. Вот сюда каких-нибудь этих молодняк загнать, тусить. Раньше это был один из производственных цехов, но сейчас он долгое время простаивает без дела. И, на мой взгляд, это правильное решение запустить сюда свежую кровь. Я уверен, они тут красоту наведут. Короче, основной смысл мастер-класса и сдача помещения под мероприятие. А когда никого нет, здесь будет типа дизайн-студия наша. Будем рисовать Осапроков, там Капитана Сполдинга. Точно. Хищника. Да. Кого-то. Вот это, еще кого-то. Вот эта мысль мне очень нравится. Тем более, смотри, вот кабинет, второй кабинет. Но помещение завались. Смысл в чем? Смысл у нас есть ключи, мы просто приходим, открываем и, ну, да. И сидим здесь. Да. Делаем, что хотим. С этой фабрикой меня много чего связывает. На ней я нарисовал свой первый стрит-арт трафаретом. Почти 11 лет назад. Снег? И, кстати, сюжет про дух кошки тоже снимался здесь. Если не смотрели, подсказочка к вашим услугам. Вообще будет обидно, если YouTube скукожится. На этот случай я рекомендую вам подписаться на Telegram и группу ВКонтакте. Если что, то свежие выпуски будут выходить там. Надеюсь, конечно, до этого дело не дойдет, но на всякий случай подпишитесь. Там сейчас уже много того, чего вы еще не видели. Ссылка в описании по классике. Ну а мы спускаемся в подземелье. Рамыч, а где свет-то включается? Здесь свет. Как, да разве? Вот это помещение изначально Рамыч хотел снимать. Ничего не дадут уже. Не дали. Туалет. Все есть. То есть, и смотри, еще дополнительный вход с улицы. Туалет. Душевая кабинка. Блять, душевая кабинка. Ну и надо. Батя, это кучу большой. Блин, батя, она грязная. Ну, конечно. Конечно, не мыть. Ну, давай. До свидания. Все, мыться. Туда просто вот в то окно ставится дверь. А, ну плюс еще там налево есть дверь во внутренний двор. Либо мы хотели вот это помещение. И плюс еще вот там два помещения. То есть это слишком жирно, да. То есть за один отремонтированный лофт такое помещение отдавать. Вот здесь еще вот это помещение. То есть когда ты снимаешь вот это, ты отрезаешь полностью все вот это. То есть и сколько здесь аренда? Сотку? Давай, проходи. А какая сотка? Блять, тут просто реально можно квесты проводить, пила, знаешь. Ту-ру-ру, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я хочу поиграть в свою игру, я не знаю. Куда это, Рамыч? Смотри, какая странная конструкция. Залезай, а я не вижу. Это вытяжка. Вытяжка, один из них идет, моторы ведут на приток теплого воздуха на фабрику, а другой вытяжка.
А это просто техническое помещение, чтобы менять, видимо, трубы или моторы. А, плюс ко всему, помимо аренды, здесь еще ремонта сколько? Да, ремонта здесь, конечно, мама, не горюй. Да. Короче, будем только мечтать. Да. Сюда мы будем только спускаться с акустической гитарой и петь песни. Эмалированное судно. Ну что-то мы отвлеклись. На самом деле секрет идеального качества – это дотошная и кропотливая шлифовка после каждого последующего покрытия. Таким образом я выравниваю всю поверхность почти что в ноль. Но даже так не обходится без маленьких засечек и выемок. Они еле заметны и обнаруживаются только под лаком. Но будет уже поздно. Поэтому внимательно осматриваю все изделия и отмечаю эти зоны, чтобы потом не проебаться. Ликвидировать их будем двухкомпонентной шпаклевкой. Штука серьезная, сохнет быстро и довольно крепкая. Это отдельный кайф. Никакой грунтовкой ты не сможешь выровнять поверхность так, чтобы на ней не оставалось углублений. Только шпаклевка, только этот вариант. После добавления отвердителя времени не так много. Поэтому замешиваю тот объем, который смогу заюзать до того, как это все засохнет. Таким образом у меня получается подготовить загрунтованную поверхность за один присест. И всю эту красоту мы уже тащим на покраску. Пробил кое-где, но ничего страшного. Не забываем, панно изначально пролачено. Как вы уже могли догадаться, снаружи все изделия покрываются черным цветом. Используется самая дефолтная эмаль. По уму разбавленная с отвердителем, как полагается. Даем красочке подсохнуть и уже вишенкой на торте покрываем все глянцевым лаком. Конкретно что за лак, говорить не буду. Пусть будет хоть какая-то тайна. Я тут посмотрел, какие вообще существуют, и, честно говоря, охренел от разнообразия. Скажу лишь, что этот крайне износостойкий. Таким лыжи покрывают. Ну, короче, вы поняли. Это один из приятных моментов в моей работе. Обожаю смотреть, как изделие покрывается плотнейшим слоем лака. В процессе высыхания он еще стянется и выровняется по всей форме. Зеркальная поверхность. И это еще не все. После того, как художник нанесет роспись, изображение еще раз покрывается лаком и полируется. И клянусь, таких безупречных поверхностей я больше в жизни не видел. Что я могу сказать? Мне здесь очень нравится. Начинаю уже потихоньку обживаться. И после рабочего дня у меня появляется время заняться уже своими проектами. Все это окружение и история промысла меня не на шутку вдохновляет заниматься своим искусством. Я чувствую некую приемлемость, хотя удивительно, в художественном училище я не учился и не владею академическим рисунком. Все, что я делаю, проявляется довольно естественно. И, вероятно, поэтому у меня образовался этот самобытный стиль, если можно так сказать. Друзья, так вышло, что у меня завтра день рождения. И я приглашаю вас на стрим, который проведу прямо здесь, на фабрике. Это будет что-то новенькое. Всех жду, следите за анонсом. Кстати, буду очень рад вашей обратной связи. Лайк, комментарий, что-то типа того. Вы даже не представляете, как это на самом деле помогает мне двигаться. Спасибо большое за просмотр. До встречи.